Вот такой вот завтрак у меня сегодня. Это называется омлет от дедушки Педро. Омлет от дедушки Педро. Здесь сухие помидоры. Здесь я посматриваю в меню. Сухие помидоры, лук зеленый, базилик и так далее. В общем, здесь много всего. Сыр еще какой-то. Вот это фета, салатик. Хлеб из цельнозерновой муки, здесь прямо это написано, и это подчеркнуто, что хлеб обязательно из цельнозерновой муки. И сок, этот, как он называется, морковный сок. И вот кто-то говорит, что он плохо усваивается без жира и так далее, а жир-то у меня здесь есть, так что все будет нормально с жирком. И жироки тут есть, все нормально. Смотрите, как она выглядит, потрясающе совершенно, а? Давай посмотрим, вот. Вот так вот это выглядит. Ай, горячок. Красота. Красота. Короче, буду есть, мне будет вкусно. И желаю всем вкусного похудения и отличного настроения.